Всем привет, друзья! Значит, на Mercedes 212, также на 204, X204 и на других, здесь изначально 5 режимов. Вот сейчас покажу. Вот здесь режимы. Вот 5 режимов. Раз, два, три, четыре и пять. Все. Сейчас мы будем кодировать и сделать так, чтобы здесь уже появился 2 режима, то есть 7 режимов. Так, снимаем ключ. Вставляем ключ. Заводим двигатель. И у нас уже давайте посмотрим. Вот. Раз, два, три. Вот этот режим. Четыре, пять, шесть, семь. У нас уже 7 режимов. Кстати, вот видите, если здесь нажимаем на авто, это режим авто. То есть повторное нажатие не выключает режим авто. Вы можете оттуда кодировать. Давайте сейчас это сделаем. Вот режим авто. У нас работает кондиционер на режим авто. Нажимаем повторно. И у нас выключается режим авто и включается вот ручной режим. Также я показал вам уже, как включить остаток топлива в баке. Все ссылки оставлю в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и удачи на дорогах.